Я сейчас вот так вот возьму. Это этот был слепой? А? Этот кот был слепой. Ну вот это такой. Он внук твоему. Он слепой был? Слепой. Совсем слепой, ничего не видно. Белый. Выйдет, вот оттуда выползет из гнезда, сядет и сидит, а пойдет головой, тыщется во все. Угу. А сейчас посмотри его. Гляди, ну-ка. У него шерсть хорошая, короткая. Да. Мое вот длинное, вот такая вот. Нет-нет, он очень бодрый, очень. Значит, такое дело. Это было когда у нас? В субботу. Или в пятницу это было у меня? Не знаю. Ну да. Ну, наверное, в субботу. Надежды Васильевны не было тут. Или она пришла, я ей сказал, в пятницу. У меня были щетки здесь. И я утром уже ночью, а потом днем помолился. Не днем, а утром еще. До 4 часа. Видишь, какая. И тогда я положил. Я в это время, помню, я молился вот здесь вот стоял, чтобы Володе не мешать. Я вот здесь вот стоял. А потом стал топить. В 4.40 он встанет. Значит, это было до 4.40. Сюда положить? Если бы я положил сюда, зачем? Я никогда не ложил. Я мог положить сюда на время. Или там на стол положить. Молиться ее нету. И сколько я не бился, нету. Не могли найти. И под полом везде. Вот этот вот котенок слепой родился. Он до того бодрый. И он вот так возьмет мою лестовку-то. И пошел ей играть. Со стола стащит. Ну, молиться-то он не умеет. Но у меня запасная была. Ну, это вот я держу, и вот она... Длинная, не по росту мне, она, о, видал, вот он где. Ну вот я сегодня и сказал, говорю, у меня неприятность, это 100, сотка, сотница. И еще делает. Ну вот сейчас я положу, будет брать. А куда они тебя затащил под это? Сейчас, наверное. Посмотри. Да я вчера там лазил. Посмотри, что делает. Под полы. Пошел, погнал. Он ее протягивает. Вот если это у меня здесь было, вот здесь вот в этом месте, он до сих пор ее дотаскивал. Вот он пришел. Он, ну тот короче, он ее, и, видимо, подпол. Мы все проискали, нигде не нашли. Самое плохое, вот он, видишь, как зубы взял и потащил. Молитвенник какой. А виноват-то я. Я маленький был, возьму ему на шею наброшу, а он с ней бегает, играет. Ну я не думал, что такая у меня беда-то будет. Ну вот сегодня-то я объяснил, так и так, это длинное для меня. И ты вот это принес. Ты брал у Санарова, да? Да. А сколько стоит? Я уже не помню. Моя примерно это такая она была. По размеру примерно такая была. Сейчас я просчитаю, нет ли ошибок каких. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. По паре считает. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Это машина такие делает. Это машина. Человеку так ровно не сделать. О, ты мне как это сделал-то. Ну, короче, так, все есть. Давай тогда один раз помолимся вместе. Давайте. Я тебе теперь должник, раз деньги не берешь, каждый раз я когда молюсь, я буду поминать тебя перед Богом. Конкретно от чего избавить тебя? Я не против. Не против, да? Ну ладно. Там у нас иконы. Так, можешь вперед маленько так шагнуть, чтобы рядышком быть. Вот так. Боже, милостью будь мне грешным. Создав меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного. И помилуй. За молитвы святых Отец нашей, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, приди и вселись овны, и очистены от всяких скверны, и спаси блаже души наши. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имя Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Вот это три святое называется. А теперь сто поклонов. Начиная за молитвы святых, Царю Небесный и по Отче наш. Значит, я покажу. Так, первое, я считаю сотку. Ну, это так, в общем-то знаю. Вот это Иисусова, Богородица, Ангела-Хранителю, Иоанна Крестителю, Никола Чудотворец, пророки, святые ангелы, архангелы, апостолы, мученики, мученицы, святые отцы и жены и девы. Угу. Ну, а тут бывает там и своими словами. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Авва, Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение, аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господь, за тот день, в который дал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов и канонов церкви. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими, покроем опором любви Твоей. Господи, воздай добром всем, кто сопутствовал нам, споспешествовал в нашем миссионерском путешествии. Павла, Зинаиду, Владимира и семейство ее, Надежду и Людмилу. Аллилуйя! Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном. Добрый мой ангел, благодарю Тебя, столько лет Ты хранил, защищал, терпел. Прошу Тебя, мой ангел, не покинь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным, и веди душу мою навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, Предтеча Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным и экономным, и ни в чем никогда не завидовать, и не стремиться во вред к себе, к чему-либо, и каждому дару и жилье, быть благочестивым и довольным, и даруй, Господи, жилье Гавриилу и Сергию. Аллилуйя! Святитель Христов Никола, мир ликийский, чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь словесных овец, моли Бога о нас. Аллилуйя! Благодарю Тебя, Господи, за услышанные молитвы, коснись сердца гонителей, поносителей и лжецов, не дай им погибнуть. Александра, Александра, Евгения, Сергея, Виктора, Алексея, аллилуйя. И в судный день не помяни их безумие, ибо они не знают, что худо творят. Верни им их совесть сожженную, аллилуйя. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Нох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Но, Иосиф, патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, отроки, пророк Михея, Авраам, Исаак, Яков, да исполнит Господь церковь
духом пророческим, дабы день прихода того нашего отшествия не застал нас неготовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными лея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, херувимы и серафимы, и все небесные силы престолу Божию предстоящие, святые апостолы, и Петр, и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука, Иоанн, да дарует Господь духовное рождение свыше патриархам, епископам, священникам и пастве, и водительство Духом Святым, ибо кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Юстин Философ, Косма и Дамиан Андрей Стратилат, Иерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомидийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, молите Бога о нас, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя. Анфиму, Вениамину, дай веру и устраши родителей за такое ложное воспитание. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да сохранит и укрепит нас Господь в святой православной вере, а замысел еретиков развей и в ничто преврати. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Патина Самарянина Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник и Юния, Киприан и Устина, да дарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания, избавь непокоривость Галины, семейства и Евгении, Надежды, Надежды, Светланы, Марии, Раисы, Ларисы, Марины, Юлии, Людмилы и Анны. Господи, избави от пьянства этого злого недуга Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря, и нас помилуй, милости Твоя ради. Аминь. Аминь. Слава Христу. Мы тут другое поминаем утром, когда у нас тут более обширное. Ну, не считая псалтырное чтение, одна слава идет. Я благодарю Тебя, брат. Слава Богу. Спаси Христос. Удобно? Очень хорошее. Отлично. Так, ну что, благодарю. Ты назначил бы цену ты какую-то. Я дарю. Ну, дарю, значит, на каждую молитву я поднимать буду. Хорошо. Я согласен. Ты это должен ощутить, что за тебя молятся. Ну, я знаю. Так это, сразу Александр Михайлович, да у меня возьми, чтобы за нее молиться. Да я и так за нее молюсь. Это благодетели наши. У меня по группам гонители, благодетели, которые, вспоминаю, пьяницы, которые по интернету помогают где-то, в деревне, которые, по всей стране, которые знакомые. Ну и вот так это. Понятно. Каждый день. С Богом. С Богом. С Богом. Спаси Христос. Господь же сделал мне такое. Она почти ничем не отличается от моей. И по размеру такая же. Так это еще не все. А на вас вот эти. А? Эти вроде пупырышки были мельче. Ну помельче может быть, да. Только что помельче. Я это запасная у меня. Я ее повешаю на место. Вот у меня. У меня тут еще и воз. Вот какая связка из бобов. Видно, нет? А кто их делал из бобов? Я сделал. На линтку навешал. Если ничего не будет, вот бобы. И там по узлам дальше разобью, по десятке будет. Смотри у меня сколько здесь. Если голод будет, можно наварить. Ну, можно наварить. Это у православных всегда что-нибудь найдется. Наше юродство спасает нас. Теперь он у меня таскает. Я теперь
За этого, за два дня он у меня утащил, я его как нашел. Я тогда стал прятать сюда. Но тут уже времени не было, я печку стал затоплять и виноват. Да благословит Господь и котенка, и всех, кто помогает. Спаси Христос. Слава Христу. Да. Заканчиваю? Да, все. Благодарю.